Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в цивилизацию. Так, тут Полинезия после завершения войны нас осуждает, типа, говорит, плохо ты воевал, чувак. Открытые границы, да, я согласен. Так, надо нам, наверное, в таком случае за этот самый захватывать. А, но они нас осуждают из-за того, что я скупил их города-государства. А сколько ж у нас теперь голосов на всемирном? О, 38. А до избрания надо... Слушайте, подождите, а какие у нас... Нет, голду я тебе не дам. Так, какие у нас города... Да задолбали, просто... За... Это даже не задолбали, это затрахали, называется. Вот, так, где у нас города-государства, которые не разведанные? Неразведанные. Так, вот тут Флоренция. Флоренция, значит, туда надо закидывать... Вот, кстати, и Кабул здесь же. Надо закидывать туда парашютеров. К Флоренции и к Кабулу. Вот. Так, ладно, эти здесь. Значит, выбрать проект. Бомбардировщики пока отдыхают. Этот хилится. Этот тоже хилится. Этот отдыхает. Так, парашютисты, вы давайте дуйте сюда. Так, тут готов стадион. Чё у нас по этому? 17 мост и ракетоноситель корабля. Это в куске, да? Так, в куске. Давайте мы парашютистов лучше в куске построим. Чё ж вы так долго этот этап присоединяете? Выбрать проект. Так, в куске. А тут мы поставим фабрику. Так, у нас ядерное оружие, да, сейчас пойдет. О, кстати, слушайте. А что дают исторические памятники? А ну-ка. Созданные плюс 4 культуры доступно. А, ну нормально, что, пусть будут. Так, все, я надеюсь, войны не будет, но даже если будет, у меня столько ГГшек союзных, что пипец. Надо нам сейчас парашютерами как-то пробежать по-бырому. Или даже не парашютерами, а может какой кавалерией проехать, танками. Я не знаю, потому что... Так, при этот Сидон, вот здесь, вот тут вот, короче, внизу эти все. Флоренция, Кабул. У меня слабая армия, они говорят. Ну вот начинается, египтяне. Как тебе подобается моя оферта? Казимир, хорошо, я согласен с тобой по обмен посольствами сделать. Странно, что-то после этой войны они как-то стали на меня агрессивно настроены. Ифи мечтает о форосском маяке, но его тут никто не построит, потому что мы на материке находимся. Вот, поэтому форосский маяк здесь, к сожалению, не грозит никому. Жесть у пиндосии городов. Да не то слово, так они он еще сюда, этот самый, внедряются. Я ж потому и напрягся. Блин, а я ж был вот здесь и этот, и не дошел до этого. До Рагузы. Цюрих передает вам юнит. Что за юнит? О, великий ученый, ништяк. Так, а мы куда идем по технологиям? А мы идем в отряд XCOM. А, ну нормально, что сжигаем. Юнита, компьютеры, так. Вас можно модернизировать до базуки, да? Хорошо, выбрать проект. Есть это. А что дает Пентагон? Сокращает на немножко эти, да?
Так, хорошо, давайте построим Пентагон, пофигу. Так, вы давайте в этот на дежурство, все, следующий ход. Вот, вы давайте, наверное, в захил тоже. И нормалек, сейчас побежим тогда парашютистов закидывать этот самый. Туда, вперед. Так, ну и надо этот, надо путь к победе, надо уже начинать строить потихонечку эти детали космического корабля. Да, Пентагон, они построили Кремль, а мы построим Пентагон. Нормально. Нормальная тема, да? По-моему, очень даже ничего. У них Кремль, у нас будет Пентагон. Нормалек. Вот. Бисмарк, что-то на меня весь мир как-то этот напрягся. Блин, что-то весь мир против нас. Как Манду передает слоновую кость, хорошо. Блин, так а мне получается по Всемирному Конгрессу за один город-государство дают два этих, мне не хватает семь. То есть это четыре города-государства. Вот три я вижу вот тут вот. И, собственно, еще один вот он. А, ну вот. Три, и вот он четвертый. То есть мне надо срочно их разведать. Блин, а как я их могу разведать? А хз. Так, ладно, наверное, надо... Ой, 27 ходов, это не вариант. Но надо начинать вообще строить эти уже. Ладно, давайте тут всякие эти будем строить. Интересно, сколько деталь этого корабля стоит, если ее покупать? Может, мы просто тупо сможем скупить? То есть мы что сейчас... Блин, не могу открыть технологию. Просто я сейчас внесу как бы этот, нераспространение ядерного оружия. А у нас всего один уран, кстати, вот ты, блин. Всего один уран. Так, мы можем мост этого, мы можем ракетоноситель поставить. Потом нам нужно будет вот это и вот это. Да задолбали вы своими этими, то что вы там не можете этот. Завод космических кораблей нам особо нафиг не нужен. Так, насколько мы по технологиям первые? На 10%, это хорошо, мы уходим еще вперед. Это очень хорошо, что мы уходим еще вперед. Блин, все-таки не зря мы закрыли меценатство. Вот как, сколько у меня науки от городов-государств идет? 270, это нифигово так. Я от излишков хорошего настроения еще сотни. Вот. У меня было 3000 за деталь. То есть 3000 стоит, да? Ну, надо, наверное, сейчас после Пентагона вот в куске начинать строить и в Танакитянике. Потому что золотой щит нам не нужен. Уже никакие чудеса нам не нужны. Разве что только реально Пентагон. Вот. Поэтому как бы как-то так. Блин, а как же вот разведать вот эти вот Сидон, это ГГшки? О, а мы не можем узнать, кто их союзник? Не можем узнать. Просто можно объявить войну, они мне объявят войну, а потом мы мир объявим. Например, так. Их найти. То есть у них же наверняка есть союзник. А мы можем по Всемирному Конгрессу посмотреть. Вот, например, у Полинеза. У него наверняка... Нет, вот у этой штуки, у нее точно есть в союзниках эти. Потому что кто без союзников, у них по 4. То есть два города-государства и одно у америкозов. Еще одно, что у этого, у Полинеза, что ли?
Блин, да чего же все-таки этот, как манду передает лошадей, здорово. Так, тут Веллингтон потихонечку отстраиваются. Веллингтон потихонечку отстраивается. Так. Так, парашютисты, а зачем вас вообще десантировать? Давайте, наверное, сюда вы так быстрее, блин, добежите. Давайте сюда, они сейчас тут прибегут, тут еще... О, с Америкой открытые границы, я очень даже рад, потому что мы сейчас пойдем просто вот... Блин, надо купить все-таки этот... А ну-ка, дайте-ка я здесь где-нибудь... Вот тут, наверное, даже... Нет, даже, наверное, не вот тут, а вот тут вот... Куплю... Кто? У меня есть какие-нибудь танки? Очки перемещения 5. Очки перемещения... Давайте танки купим. Чё они не покупаются, блин? Ладно, сейчас, короче, купим танки и поедем танками этот... Правда, штукарь стоит, но хрен с ним со штукарем. Штукарь дело такое. Мы сейчас купим танки. И парашютистами мы отсюда вниз пойдем. А теми мы... Ну, полетим парашютистами, а теми мы поедем вправо к тем этим. У нас с Америкой открытые границы. Здорово. Так, ну, окейушки. Нам надо, короче, этот город-государство найти. Вот это. Для этого нам надо приехать куда-нибудь вот сюда. Да вы задолбали со своими Ванкуверу требуются трюфели. Так, срочный поиск городов-государств, операция. Не, мы, конечно, можем... Так, богатеи мы на первом месте, поэтому у нас великий музыкант появился. Великий музыкант фигня. Так, готов парашютист. Давай-ка мы танк... Хотя нет, надо начинать строить эти... Давайте мостик построим здесь, да? Значит, эти парашютисты, давайте двигайтесь сюда. Ну, давайте сюда. Блин, я не купил танки! Фак! Та, ненавижу. Ладно, я их сейчас, наверное, закажу, эти танки. Тут у нас, кстати, надо этих проставить-то, моих спецов. Потому что вот здесь тоже город 21 уже имеет население. Он больше, чем в столице. Ля, мою столицу просто обгоняют вообще на изи. Города. Забыл танки купить опять. Может, не покупать? Да не, надо купить. Танки тема. Танки тема надо купить. Тему. Тему надо купить. Ладно, мы, наверное, их тут сейчас построим. Вертолет быстрее? Ля, этот построил Пентагон немец. Ну и... О, так у нас сейчас денег нам привалят. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы, короче, начинаем тогда строить этот мостик, да? Сейчас мы тут начинаем строить. А чё, реально вертолет быстрее? Ты уверен? Подождите. А, да, очки перемещения 6. Это хорошо, что ты написал. Слушайте, надо вертолет тогда купить. Надо ща или построить, или купить вертолет. Так, ладно, давайте выбрать проект. Сколько будет строиться вертолет? Ой, да он 3 хода будет строиться. Давайте штурмовой вертолет тут построим. Или нафиг? Не, ну давайте штурмовой вертолет построим здесь. 6 ходов много. Давайте 18 ходов, пусть тут лучше ракетоноситель строится. Тут готово это. Так. Тут готово. Ну, атомную электростанцию я здесь не хочу строить. Давайте мы лучше кузницу построим. Так, а здесь я вообще хотел бы этих рассадить в первую очередь. Вот так вот, инженеров. В смысле этих наших, короче, жителей.
Вот, застой, нормально, 21, зато у нас теперь все хорошо. Так, готова школа. Давай биржу. Биржа даст настроение. Так, юнит ожидает приказа. Ну чё, полетели. Значит, твоя цель Флоренция. Багио. А, у нас и так открытые границы, да? Так, твоя цель, значит, Флоренция. Значит, ты десантируешься куда-нибудь вот сюда. Куда-нибудь вот сюда. И фигачишь к... Ай-яй-яй, а тут горы непроходимые. Я на это не обратил внимания. Ладно, короче, фигач как хочешь. К Флоренции, но он, короче, и обратно пошел. Блин, вот это тупняк. Вот это тупняк. Не ждет приказа. Так, вообще пока ничего не делай, поехали. Сейчас у нас построится вертолет. Мы полетим, наверное, вертолетом. Да, мне на разведку, а не воевать, поэтому нормально. Сейчас закажем вертолетиков и полетим. Да, горная гряда — это пипец. Ну, я надеюсь, что они как-то добегут. А вообще, конечно, проще всего, знаете что, прийти вот этот вот проект XCOM. XCOM-овцев, по-моему, можно... высаживать высаживать в любую точку карты. То есть мы XCOM-овцами быстро откроем. А когда у нас выборы мирового лидера? 11 ходов, да? Эх, не успеем мы. Но если никто не задарит нам великого ученого, то не успеем мы XCOM-овцев открыть. Ну ладно. То есть эти выборы мы пропускаем, а вот на следующих уже можем выигрывать. Со всеми ГГшками. Ну, там даже не со всеми, там даже на одну меньше можно будет. Этот. Так, нераспространение ядерного оружия. Я за, короче, всех сливаю. Направить делегатов, да. Так, выбрать проект. Что ж ты вертолет так долго строить-то собрался? Давай строй зоопарк, чтобы настроение. Хотя у нас настроение жопой жди. Так, давай лучше тогда оперу строй, чтобы культура. Культура — это социальные институты. Социальные институты — это хорошо. Так, ладно, фиг с ним. Бабла у нас реально дофига. Давайте купим тогда вертолет. Вот один тут. И он полетит тогда этот самый туда. Так, а вы у нас десантируетесь, наверное, куда-нибудь вот сюда. И ваша цель... Ну вот, давайте к Сидону. Во, 8 ходов. Тут по территории этим, по дорожкам вы пробежите. Вот это вот адекватный ход. Так. Ну, давай куда-нибудь там этот... Нормально, нормально. Сейчас пролетим все нормалек. Все откроем. Может быть, еще успеем до 10-го хода всех открыть. Ну, не, не успеем. А где ж мои бедные парашютисты те? Первые, которые пошли. Я даже не представляю, как они пойдут. Да они никак не пойдут в Флоренцию. Тут вот эта горная непроходимая... Не, ребята, тут этих парашютистов надо просто им давать задачу бежать обратно, потому что они тут будут туда-сюда, как слепые котята, бегать. Это не вариант. Это не вариант. Вот эти вот тут по железным дорогам проедут хорошо.
Так, Виллингтон меха передал, хорошо. Ванкувер трепещет. Так, Малаки не нужны инвесторы. Нормально, купили Вертухая. Во, и нераспространение ядерного оружия есть. Так, нераспространение ядерки есть. Так, теперь этот вертолет, значит, а этот город-государство тут у нас. А, это ж Катманду. А где тут еще города-государства? Так, этот Ватикан. Засвеченный это этот. Ну, то есть сюда в Рагузу он должен лететь. Ну, он, кстати, летит нормально. Вот вертолет. Летит нормально. Так, выбрать проект. Что тут? Готова кузница. Атомку мы здесь, конечно, не будем строить. Бомбоубежище. Золотой щит нафиг не нужен. Давай еще один штурмовой вертолет. Тут уже строить нечего. У тебя больничку можно построить. Так. Юнит ждет приказа. Караван. Вон 13 в Ормус поехал. Все, нормальдис. Так, сейчас еще один вертолетик поставится. Тут где мои парашютики? О, парашютики двигаются. Красавчики, парашютики двигаются. Парашютики двигаются. Ладненько, ребятки, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск как раз и закончу. Большущее всем спасибо еще за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.